Бывало ли у тебя такое, что ты ищешь, но не можешь это найти? Заходя на площадку Code4Game, ты найдешь все, что тебе нужно. Хочешь оценить танк перед покупкой? Бери его в аренду. Экономь до 99% стоимости, оплачивая бонусами от Сбербанка и ВТБ. Эксклюзивные прем-танки, игровое золото, премиум-аккаунт, еженедельные пакеты ускоренной прокачки, а главное, X5 за победу в боях. Забирай то, что тебе нужно на Code4Game. Ссылка в описании. Участвуй каждый день в розыгрыше новогодних коробок под каждым новым видео на этом канале. Все подробности в закрепленном комментарии. А это победители вчерашнего розыгрыша. Здорово, здорово, танкисты! Всех приветствую, с вами Левша. У нас сегодня финал Лакер и Лузер. Лукер и Лазер. Вот. У нас финал. И я играть буду против Недина. Моя рубрика, кстати, есть. Чемпион будущий. Че там, турнирчак-то вообще не пошло у вас? Да не знаю, я сам удивился. Ну, как бы играли до этого 4-4-500 все, а тут резко на 3. Ну, по крайней мере, 15 первых боев. И в итоге... Ну, вот там, да, что-то камбэкали потихоньку, но не хватило. Не, я вот 15 боев сыграл, ну, просто по себе, по ощущениям говорю, и я просто уже руки опустил, но думаю, ну, смысла нет, если ребята на 3К играют. А в итоге, видишь, если до конца бы играли, то, скорее всего, вытащили бы. Тогда игру, ну, кто знает. Чуть-чуть не хватило как планеты. Ну, боев... когда до этого меньше 18 тысяч очков не делал, а тут резко 15,5, это очень странно. О, монета крутится. Монета уже крутится. Лакер, Левша. Лузер. Недин. Ты лузер, держи в курсе. А кто, вот кто, по вашему мнению, вот вы уже много отыграли, кто лучше, лакер или лузер? Танк. Кем выгоднее быть? Как пойдет изначально. Как пойдет. Танки, извините, вы, да? Вы никогда против тебя, Юша. Уважение к Юрсу. На Юша камнем прям в лицо, блин. Я, кстати, ожидал более разгромного счета там. С страйком? Да. Как так пошло? А, вот так. Страйку 3 колеса выпало. Так мне в прошлый раз тоже скорее колесовали. Это Юж колдуй там. Он моды установил. Моды в Ниро установил. У Страйка, короче, было 25% боекомплекта, чтобы ты понимал. Там. О, это самая лютая, кстати, это фигня. Самая... Еще если с танком не повезет. Он на 430-м с 10 снарядами катался. Ясно. 500 урона. Ну, это плохо, наверное. Убирал. Это вообще жестко, да. Да, посмотрели твои стримы с Шотником. 60 ТП. Бля, вышел. Колесо опять. Убил. Блин, мне кажется, Левша, они тебя убить хотят. Я его сейчас коц. Хорош. Живи. Давай за трупик, а то, блин, сейчас кан какой-нибудь упорит, хотя это маловероятно. Так они уже на меня упоролись. Толпой, да причем. Я... Ну это про тебя. Да, блядь, не попадай я в него. Да давай вообще не выезжать на него, он сам выйдет. Он дурной, посмотри. Блин, похоже. Уже едет, видишь? Так, ты сколько 3 фрага сделал? Ты видел, да? Как он закрутился, да, ты посмотри. Да. 3 фрага, да? Забавно. Да. Зачем ты спрашиваешь? Ты же видишь, что это за рофл? Все нормально, дестабилизация. Отвлекаю. Блин, еще не спрашивает, уточняет. Ты точно 3? А, у военов вообще нет. У военов вообще нет. Ни у кого. Повторим. Мне кажется, у тебя есть УВН. Мне кажется, у него мозга уже нет. Ты бы слышишь, что он с Южей говорил. Так это была дестабилизация. Бедный Юр Саныч в тильзе сидел весь стрим. Не понимал, его забанят ему канал или нет, да? Его зрители вообще такого не слышали никогда. Она, говорит, даже на работе так не ругается. Почему тебя хп? После стрима с Левшой Юша пошел в церковь. А там сижу я, говорю, бога нет, да? Блин, не ожидал такие шутки от Люши. Прям на грани шутит. А вы туда поехали? Ну, я говорю, я не умею эту карту играть, сразу говорю. Она у меня в бане все время, я вот недавно только ее открыл. Получается, еще 3-2 не один выиграл. Можно это закругляться, да? Да. А ты не веришь в меня, получается? Нет. А ты реалист, я смотрю. А я верю. Я верю, когда 2-2 счет. Я верю. Один поддержку оказывает, а ты реалист, да? Недин, это просто как, знаешь, это Морфеус из Матрицы. Я верю в тебя, Нео. Ты сможешь. Да. Меня там просто пушку изнасиловали. Тебя? Да. Даже брони там нет. Бля, у меня проблема.
Нифига там левша. Если ты к нам толпа какая. Левша такой, я забаню эту карту. Да я ее уберу, все, да. Ну ладно, нормально, 3-2 этот, на ББшек пойдет. Ты 1700 накидал, подожди. Да ладно, не сдавайся еще. Хорош тебе уже. Не сдавайся. Прикинь, он еще говорит, не сдавайся еще. На надежду. Хорошо, сейчас воскрешусь. Сейчас воскрешусь и надамажу еще. Как вы спалили сервер зачем-то? Не спалил. Это Нир. Он никогда не отличался умом и сообразительностью, да. Он только этот, в институте надежды подавал, но потом стримить начал. Вот так вот, да? Потом киберспорт, танки, все дела. А потом, да, киберспорт. Дал же совет этому придурку, когда он еще на нейме был. Он же, да, шанс из миллиона. Да, не. Так я тебе что-то шаблонное ответил, а ты поверил в это. Главная вера. Там Ниди, наверное, просто не в курсе. На одном из турниров финала ВГЛ в Минске, который проходил, ко мне подходит какой-то чувак и спрашивает: а дай совет, как там начать в киберспорте, и все. Ага. Я что-то на отъебись ответил. Че, в итоге сработало? Так вот он, блядь, сидит сейчас в обзоре с нами. Это он был. Да вбоёб этот. А я не знаю, что он. Я даже не помню, что ты спрашивал. Ну, из разряда, ну, вот это, знаешь, там... Дай какую-нибудь вот эта таблеточка, где после нее будет много женщин, много денег, и я буду успешен. Вот. Оказывается, дал. Да, дал и ушел. Да, получается, сожрал, блядь, эту таблетку. Бля, он в кусты стал, похоже. Нин уже, в принципе, мир обогнал, да. Ну да, сейчас такой не Дин. Ялта. А я уже хп нет. В елку, блядь, стану. А, классный блайнд, танк светится. Сейчас такой не Дин. Ялта, где куст. В елку встал и стою. Ты когда я так научился смешно шутить, я, блядь, не пойму. Как я умудрился пропустить этот момент? Практика с годами. Да. Ну, ты, конечно, молодец. Это знаешь, как советом использовался. У меня, кстати, есть твоя же мысль по турниру, Арни. Ну, чисто... Да, сосунь, если ей в жопу, блин, тосту. Этот, типа вот как Чака сделал, только для скилловиков таких прям. Только Арни, да. Ну, типа этот, там... Как его? Ну, типа уровня там вот Нидина, Шотник, пацанов собрать. Но самому не участвовать. Из первой корзины, то есть, да, ребят? Все ребята из первой, там, чуть-чуть из второй корзины. Ну, там 10 команд чисто жестких скилловиков собрать. Все. Еще знаешь, надо мной можно поглумиться, типа, не взять меня в этот турнир, а потом в первую корзину заснуть в следующем чаке. Да. Жом интервью на РБК не смотрел. Я врать не буду, я просто ничего не смотрю сейчас. Времени нет на это. Я не знаю, как это... Но на самом деле это достаточно известное интервью. Первое интервью в мире с обезьяной. Ну дурак. Ура, Панков выпал. 105 хэви. Так у меня до сих пор, кстати, Панков не выпал. Мне тоже не выпал. Вообще какой-то рандом. Каждый день подарки от у кого-то с первого дня, а тебе так и не выпадет, видимо. Да. Это вообще какое-то расстройство будет. Может, купить потом можно будет его? Антон, тебя можно купить? Ну, это в стиле... Это в стиле ВГ будет, если можно будет купить потом. И это будет справедливо, кстати. Конечно. Так понимаешь, он играет, получается, Нир на всех моих танках, и он мне ворует урон просто. Это крыса просто, мерковская, пошел в жопу. Ты не мерк даже настоящий. Ты вообще не настоящий мерк. Как ты вообще, как у тебя клан оказался? Вот у меня его нет. Задушил. Я не мерк, и мне за них обидно даже. Я член клана просто. Какой ты член клана? Член клана? Да, я член клана, просто я того уборщика. По-моему, ну, да ладно. Кому там шлифанул нормально так? Я ничего не делал. Я просто игрок. А мы можем просто, ну, три боя скипнуть и дальше поехать, но на другом танке? Нет, так неинтересно. Давай сражайся, ты что, сейчас, ага, сейчас. Ты знаешь, это, кстати, Нигин применяет тактику. Да, прибедняние Юши. Прибедняние Юши. Да, он активировал перк Юши, да, прибеднение. Щенячьи глазки сделать, блядь, такие кота. Верните мне СТ-2, это такой хороший танк. О-о-о, кстати, нормально. Это идеальная карта для вас. Для тебя идеально. Да с чего она идеальная?
Реально, блин, вы сейчас от башки встанете просто и все. Он вылез. Нет, у меня лечок слева. Таблетку от Юши съел, короче, началось. Да. Сущий кошмар начался. Это вы прибедняетесь. Посмотрите на их сетап. Где этот от головы сыграю? Не выкатывай. Надо сильно выходить будет, к сожалению. На них. Танка, ну, ВЗ кидает. ВЗ минус 2. Блин. Рога и Юстер в этом стоит. Леонидин хитрый. Да. 28, 28 заходит. Катке. Хорош. Блин, жаль, не обновил. Ставил, да. Не успел. Скажите, когда она будет смотреть? КД он уже. Да, он все наигрался. Там сзади гриль заходит. В зех еще. Да. Спину пытаюсь контрить. Блин, ну, вы закрывайте башни. Кидай. Тут окошко есть, я могу коня забрать. Давай выйдем, убьем. Не, нельзя, там вы его не убьете, вы вас прога, да, убьет. ВЗ кидает, миншот. Прога справа, можем зафокусить. Вижу. Дал. Дал, с катком. Дима. А, гриль КД не пропил. Забрал. Дайфимся. 28. 28 ходит. Заберу. Гриляться, чекаю. Нет. Давай я его контролить буду. Давай. Да, мне пока сломались, сука. Да, гриль. Хорошо. Блять, ВЗ два шот. Ну. Впереди мантикора. Да, блин, яга дала. Блин, может вам как-то закрыть? Ты закроешь или нет? Офигеть, она пробила меня. У меня когда тут нет, тут что закрыть? Что ты тут сделаешь? 28 опять вышел. Сейчас прям целит. Кого там, кто крайний? Левша тебя целит. Да. В башню, ну ты видишь, я думаю. Ну сейчас не даст, по идее. Когда ты так жал. Да, все, он КД. Да, меня убил гриль. У меня 5 секунд КД еще. Ну ты успеешь ждать. Бля, я хотел гриль забрать. Я гриль хотел забрать. Блин. О! Да мы неплохо держались. Ну, Нидин тут накидал. Да, Нидин, походу, выиграл здесь. Да, да. А да, я да, думаю, да. Нет, у вас могут быть блайнды. Да, нет. Я блайнил там, но мне кажется, там что-то тухло было. Ты насветил больше, по-моему, чем. Касарина, да, тут нет. 1000 не урона знаешь, разница. Что? Да, слишком много. Если взял хотя бы одно очко, это уже победа. Что. Это уже можно. Да, а ты говорил там 3-0. 3-0. Да, бля, ты прикинь, одну тыку мне надо. Капец, ты посмотри, какой у нас разброс. Да это 10. Просто... А, кстати, это я с кем играл? А, мы с да, Ниром, когда так. Играли первый раз. Помнишь, ты меня сколько раз? Раз в 4 обыграл там вообще на тоненького. Да, да, да. Бля, это вообще обида какая-то. А по очкам-то разгром выглядит. Ну, сбоку в маске. Сбоку от орудия. На следующий, в любом следующем турнире взводом... Блядь, я сдох. В любом следующем турнире взводом, это будет дисквал команды за подпирание. Так, так, надо, согласен, это, согласен. Конечно. Надо да. Было сразу так делать, потому что это грязная игра. Да. Я с тобой надо, надо я популяризировать сам, чистую, я сам так делал, красивую, уважительную игру. Потому что это неправильно. Просто, просто прикол в том, что ты как бы в этом турнире обязан так делать, иначе ты себе минусуешь до хера очков. Ну да, нет. То есть, понимаешь? Ну, то есть, например, сказать так. Не, ну можно. Ну, не ты знаю. Просто... Одним таким действием ты себе можешь, ну, принести, там, например, плюс фраг, плюс победу. Это 100%, ну, типа. Ой, ну вот плюс фраг, плюс победу за подпирание, это вряд ли. Ну ладно, ладно, ну, это не победу, чудеса но какие-то. Фраги... Просто ты можешь взять лишние очки, и все. Да, да, да. Ну вот, команда да. Нидина так делала? Нет, мы так не делали. Вот, они второе место заняли. Ну, это же не значит, что мы поэтому... Ну, а команда Ванишонника делала и Барбариана. Я, нет, например, не поэтому. Я, например, поэтому, я к тому, что второе место тоже хороший результат, и не обязательно так делать, чтобы показать. Да, да, да вот, вот это да, правда. Нет, по-любому, ты что, там будет за подпирание, вот все вот эти темы, дисков. Ну, это правильно. Просто.
Просто наш... это, ну, в некоторых моментах... Нашу бы команду сразу дисквальнули бы за станлока. Да. Я говорю, как бы сам такое делал, осуждаю, но типа турнир. Ты как тот батя, который стоит с ребенком, курит, короче, сигареты, говорит, не кури, это вредно. Да, так и есть. А малой, смотрите, 8 лет стоит, смотрит, а для него батя является примером, и он такой, да? Ну ладно. Наберешь, бать. Ты на голде он разваливает, на этом нет. Но ты все равно забираешь очко. Левша больше взял, почему? Да. Это что? Почему? Это игра просто. Что это за бред? Подкруточка подъехала. Подожди, стой. У меня урона на 1000 больше, у меня фраг есть. Как это работает? Эта игра просто... Подожди, а знаешь как? А очень просто. Просто за факт выстрела игра дает опыт. Да, вот видишь, сколько у него выстрелов? Хотя то есть, нет, если у тебя буду... 12. А у тебя 12. Какие 12 у меня 6, выстрелов? 6 выстрелов. Ты посмотри, сколько у левши выстрелов. У него 18 выстрелов, а у меня 6 выстрелов. Вот, все, мы нашли точно формулу, за что дают опыт. Надо ехать и просто стрелять. В сторону врага. Да, да. А может просто врага надо стрелять и не пробивать даже? И вряд ли в поле надо. Ну, если ты просто в небо будешь кидать, тебе ничего не будут давать. Да, а вот если ты по противникам пиздец будешь кидать, то да. Есть промокод на CodeForGame на любом рекламном стриме. Сейчас мы бан получим, ребята. Зачем мы это сказали вообще? Так смотри, за что кто нас забанит. Пошли нахуй. Жестко. Так, подожди, ну, скорее всего, да, из-за этого. Ну, а больше нет причин. А больше не из-за чего, там больше не из-за чего вообще. Да, Димас, 9.5 было бы полегче. Они нашли дырку в системе. Прикинь, просто такие три аккаунта сейчас забанены, и все. И три страйка, и страйки прилетают на канал, и все, и мы... Извините. А страйки больше не можете стримить. За то, что ты делаешь игры... Дискредитируешь игру в лицах игрока. Не, по их контенту. Ну, просто они просто кинули страйки, все, на всякий случай. Ну, да. Они же правообладатели. Да, хуя обладатели. Мне кажется, это плохая практика для них, очень плохая. Да, они в ВГ в этом плане очень лояльны. Да. Там пару случаев какие-то были. Очень лояльны? Очень лояльны, ты чё. Да, они, блин, даже хавают, когда их матерей берешь, там вообще не важно. Да, то есть там вообще без разницы. Там вообще им пофиг. Там будешь гробко. Так, потому что смысл-то не в этом, ты же рекламу делаешь продукта. Смысл тебя банить. Да. Какую бы ты ни делал, там черный пиар, да, не черный. Да, если до абсурда, правда, не доходит. Людей ушло из игры из-за тебя, все равно. Ты хороший. Ну да, они же уйдут, 10 тысяч из-за тебя. Уйдут. По какой причине? Ну, ты говоришь не играть в игру, пропагандируешь не играть, не донатить, ничего не делать. Но при этом сам играешь, и другие кайфуют от твоей игры, и им тоже хочется играть. Ну нет. Скорее, ты немножко больше привлекаешь в игру. Немножко не переход идет, не совсем там уходит, но здесь идет переход от игроков в зрителя. Может быть и так, а ну может вот и наоборот. И тут непонятно, чего больше. Ну это только аналитику больше надо делать по этой теме, и все. Да. Надо на самом деле поработать просто. Ты это странно, двусмысленно звучало. Да, понятно, там отсылки всякие. Кто в теме, тот понял, короче. Просто ему ничего не сделаешь, это он 2.7.7. Потому что ни одной ПТ нет сзади. Он стоит и им будет. Постыди арту, нам только ГВЕ будет кидать потенциально. Год слева опять подожмем. Давай. Хотя там эта прога поднялась. Да там и рога, и ЦСка. Не, я думаю, я не хочу. Наверное, ничего не получится у нас, да? Не, я не хочу влево. Мы левшу не догоняем, посмотри, он 450 метров взял фора. Блин, левша, ну подожди. Ну подожди, охрана едет. То есть, знаешь, ты, как только мы приближаемся, левша начинает сосать. Ну он не слушает охрану, видишь, он ну, вообще не слушает. То есть ему вообще просто похер. Хотя он обязан слушать охрану. Такой, я первый отсозву. Я буду у вашей охраны. Блин, ну сколько фраги решаешь? Фраги решают, да. Да. Нет. Да, все что. Что? Что это за бред? А он стрелял, а он 11 за 11 дал. Что это за бред? Бля, прикинь, в рубрике, все пошло, где... вообще не по плану. В рубрике, где до 15 побед, Нидин выиграл со счетом 16-5. В смысле? А, ты что делаешь? Мир так хотел продолжение игры, что этот. Я неправильно включил. Да. Чё за, в смысле, как Нир, блядь, на первом месте? С... Я вообще не понимаю, как он, с одним фрагом. Что, он 2000 насветил из-за это?
Но он 7 танков обнаружил. Ну, блин, это все равно как-то много. Так, а ты в итоге, ну, типа, я тоже, не блин, знаю, прошел. Не, так у нас ранее разница, видишь, небольшая, 7 опыта, все. Все 70. Ну, сорян, пацаны, не смог себе. А что, мы не можем дальше поиграть, а? Да нет, все уже, все, смысл. Нет, все. Конец рубрики. Конец рубрики. Ну, сорян, пацаны, не смог вам сегодня конкуренцию составить. Ну, почему? Было неплохо. Ну, мне ты смог составить. Че, в смысле 7-14? 7-14. Пошел в жопу, блядь, подъебывает. Ну ладно, вчера я понагибал, сегодня меня понагибали, так что нормально. Все, я погнал. На этом заканчивается стрим. И увидимся завтра. Всем спасибо, всем пока. И сорян, что, как говорится, кто за меня болел, что сегодня.